южный берег. Вот он весь пропитался, то есть глина в сухом виде очень твердая, когда она пропиталась, она вот такая вот становится мягенькая, интересненькая. Она не залипает, она образует комок и подлипает к зубам. Вкус вот прям как будто правда минеральный. Лично мое ощущение. И сливочное. Как мы нашли южный берег, как поняли, что глина пригодна к употреблению. Смотрите, я живу в Краснодарском крае. Еще и детьми мы ездили на море и мазались этой глиной лечебной. У нас даже в некоторых местах ее продают, как лечебную, да, для масок и так далее. Я знала, что у нас во многих местах есть залежи глин. Поэтому, когда уже я увлеклась хрустом и вкусом, вспомнила и поехала, набрала. И еще хочу, да, ответить, вы там пишете, как вы поняли, что она готова, пригодна к употреблению. Ни одна из глин не пригодна к употреблению, ни одна. Южный берег не залипает, она превращается в комочек. Блин, я ее так давно не грызла, но для меня она реально вкусная. Она превращается в комочек и максимум вот залипает к зубам. С Уралкой у них ничего общего. В Дагестане есть глина, но такая, как у нас, у вас нет. Любая единичка превращается в пасту. Но хотя вот эта партия была добыта в том ущелье, где добывается Южный берег один. И вот она вот такая вот. У нее, кстати, что самое интересное, она раскалывается, становится мягкой. В пасту вы можете ее раздолбить, когда она станет мягкой, но паста будет такая с крупинками. Но вот вкус у них в принципе одинаковый. Вот, в принципе одинаковый. Я так думаю, что да, одинаковый. Просто это превращается в пасту, более нежная на столе. А это нет. По поводу приобретения Южного берега, пишите мне в личку.
Не хотели бы заказать мелоглину у My Love Crunch? Но она же оптом не продает, наш перекуп. А я оптом покупаю. Зачем мне переплачивать? Прям так она раскололась. Прям видно у нее тут структура ее. Можно с чем-то сравнить и Б. Я не могу. Правда. Может, потому что по структуре она вот такая вот. Другая в мокром виде. Но кто-то с кимбрийской сравнит. Мне вообще она не похожа на кимбрийскую. Вот эти косточки, их надо разломить, потому что они когда подсохнут, их потом тоже не укусить. Вот так можно разломить ее по пластинкам. Когда она чуть подсохнет, она будет хрустеть. Так надо вот потоньше, чтобы можно было потом похрустеть ей, когда она высохнет. Вот она прям, видите, рассыпается. Вот она вся.